Я всем, Валера, привет. Сегодня от нас требуется подняться на 11 этаж здания, в котором нет 11 этажа. Вы скажете, но раз его нет, это нереально. А я скажу, что если мы сильно испугаемся, мы сможем его отстроить. Главное меню нас встречает маникюрный салон «Депрессия». Ладно, погнали посмотрим. А это наши бустеры, благодаря которым существуем мы, существует канал и есть все, что, в общем-то, вы смотрите на этом канале. Большое спасибо, ребята, что поддерживаете нас. Мой отец закончился. Супер. Игра не успела начаться, а отец уже закончился. Этот коридор напоминает старый ПТ. Клон ПТ. Какой чудесный музыкальный вкус. Вырубай. Нельзя, да? Значит, ничего, я знаю против вас меры. Это прототип настроек. Оно может, типа, не работать. Это муляж кнопок просто, вы чё? Считаю, так и надо делать в хоррорах, чтобы люди не читерили. Так, здесь моют попу, а тут что за собрание? Здрасте, поминки? Прямо возле моего дома? А в другом месте не могли выкопать? Закопать, в смысле? Вам чем-то помочь? И что ты зубы сушишь мне тут? Я не стоматолог. А это кто? А что не со всеми? А что ты радостный? Здесь нельзя радоваться. Извинись. Ладно, положу тоже цветочек. Все равно его где-то спер. Похороны моего отца закончены. Он был известным писателем, но всю свою жизнь он был несчастен. 28 дней спустя. Yes, повестка в Хогвартс. Значит что, мне достается от бати по наследству здание целое? Ничего себе. Меня, кстати, зовут Адам Винчестер, так что я супернатурал, между прочим. Адам, не хочешь ли ты подняться на 11 этаж? Так он есть или нет, сука? Это мне здание все? Вот это вот мыльное здание без текстурок? Прогрузитесь, пожалуйста. Мне стыдно за вас. На вас люди смотрят. Так, человеки, раз... Зашлись, это теперь моя недвижимость. Вот, правильно. Это мой дом, теперь я тут хозяин. Ой, бля. Свет барахлит, что-то потолок отваливается. Ну тут подкрепить, подкрасить, и все нормально. Что-то как-то слишком плохо. Счет за воду просрочен на 6 месяцев, пожалуйста, оплатите. Батя, мог бы перед, так сказать, и оплатить все? За дом спасибо, конечно. Чей мужик в шкафу? Я сказал всем покинуть помещение. Заберите все свои вещи, людей в шкафах, ключик и книжка. Ужасные соседи. Короче, в этой книге мы записываем всех плохих жильцов. Чел-фотограф фотографирует все подряд, не дайте его вас сфотать. Кевин, 11 лет, любит сидеть на лестницах, дайте ему по шарам. Бабка ухо, любит слушать. Не шумите. 20 лет, художник, бегите. Будто профили на бадуле ставишь. 3 ребенка. Ну, дети и дети. Реально, что с них взять? Генри, 18, губошлеп. Всегда и везде. Мастер засоса, не игнорьте его. Жесть, вот такие постояльцы у меня в доме неадекватные. Чудесно. Так, тут лифт. Это на 11 этаж подняться, как делать нефиг. Ну, пройтись иногда тоже полезно. Я, раз новый владелец, я могу с них теперь аренду трясти. Будут бабки у меня. Второй этаж. Мне нужно знакомиться с жильцами? Подъезд прям, что-то родное в этом есть. Это типа общий туалет на этаже? Ух ты, сральное ведро. А батя был экономный. О, кто-то выкакал ключ, мне это надо. Так, кто здесь живет? Здрасте. Вы платили аренду в этом месяце? Если да, платите еще раз, потому что я ничего не получал. Нифига у вас квартира кошерная, кстати. О, это нормально, это сосед. У меня также. Что у вас тут есть? Целый ящик кокаина, это нехорошо. Ключ, я думаю, вам не нужен. Вы не против, что я вас тут в квартире лазю? Спят без матраса, ну правильно, для спины полезней. Ну, хорошая квартира, что жаловались? Так, здесь живет чел, который сверлит, правильно я понимаю? О, мой. Нет, здесь нормально, тихие соседи у них. Здесь живет какой-то ценитель искусства. А что... А что темнеет-то просто так? Можно не темнеть? Неприятно мне. Спасибо. Я пытаюсь лазить в ваших шмотках. Не гасите свет. Мне здесь реально нравится. Арендная плата... Что? А за что? Я читаю! Куда меня выперли с самого начала? Я не понял. Какого фига? Вы чё? Я владелец здания. Обалдев. Во время чтения хлама не в безопасности. Нихуя прикольного. Это ж хоррор. Когда ты хочешь нормально это почитать. Просто, понимаешь, это отчасти прикольно, реалистично, но в тот же момент ты сразу же начнешь это все игнорировать, и тебе перестанут интересными быть эти бумажки. Потому что да нахуй их читать, если меня заебашить могут. Быстрее, быстрее прочитать.
Ага. Я пошел разбираться с этим типом. О, мне дал два ключа. Ладно, прощен. Я понимаю, что у вас обычно все в порядке. Опа, ключ. Но здесь девичник просто. Девчата развлекаются как могут. Шампанское было у них, наверное. Ну и поосторожнее с этим. Девочки, это что такое? А вы зачем сперли единственный унитаз на этаже? И что, посадили его в аквариум? Ладно, это какие-то девичьи забавы, мне этого не понять. Ха, пододеяльники. Вот вы прилипалы. Где ваши родители? Ну-ка. Так, этот этаж я весь прошу. Не надо, мисс Китти, не надо. Ну зачем? Он меня снова на первый этаж спустил. Снова подниматься. Вот он идет, деловой. Коробку одел на голову. Супер, мне все равно на третий. Только не говорите коту, что я здесь. Смотрим, кто живет здесь. А здесь у нас просто мило, опрятно, убрано. А, вот эти дети, походу, здесь живут. А почему кровати 4? Понял, на одной еще занято. На картинке их 4. Почему их 3? На фотке их 3. Слышите, пояснять будете что-нибудь? Где четвертый? Сейчас вас еще меньше будет, если не ответите. Во-во. Ага, здрасте. Мистер Кот, вас ничего не смущает? Идея у тебя была неплохая. Это похвально. Я просто за запиской. Блядь. Почему ты не даешь почитать? Ну адекватные же все привидения. Что с тобой не так, долбанный котик? Почему ты конченый? Все понял, ты художник, ты не любишь буквы. Ну можно на четвертый уже подниматься. О, передайте котику, что он ганд... Что, там что, шкаф в ванне моется? Я хочу к нему. Блядь, да пошел на... отсюда, ты достал. Дисконнект был какой-то. Моется. Я хочу к нему. Блядь, да пошел на... отсюда, ты достал меня. Опять подниматься по лестницам из-за тебя. Ёб твой дурак, придурочный. Вы меня тоже уже бесить начинаете. Я на четвертый. Ого, ничего себе ты стилевый. Че там ему? Дать по шарам. На! Мы договорились? Приятный парень. А, вот где этот художник живет. Как тебе под дверь насрать, ублюдок? Кто-кто? Понял. Какие-то лабиринты, ёп. Оно вообще надо мне. Ух, стильно, красиво, но ты все равно козел. Че там у тебя за рисунки? Опа, че? Ну-ка стоять. Какой? Уй, дай ключ. Захотел, блядь. Ну все, у него ключ я забрал. Бля, ребята. А где вас третий? Не говорите котику про ключ, я не хочу снова подниматься. Ключ есть, могу пойти выше, все. Да, блядь, иди на... Ох, что ты достал меня, а? Сраный котик. А это что за линия? Она меня куда-то приведет? Блядь! Да у тебя что, дел нет в натуре? Я сам спустился на первый, отстань. Давай, проходи. Мне надо выше. Ну пролезь, да что за тобой? Нет! Почему ты не смог в дверь пройти, придурок? Конченый. Опять меня карандашом отпи... Моя жопа точилка. Здесь не при... Чего? Ну, теоретически. Приятно темно. Опа, петух! Хоть что-то милое и приятное. Нафига ты его убил? Шестой этаж. Let's go. В смысле закрыт? А ты че вообще один? Где остальные? Там скорее просто эти. Доспехи, наверное. Понятно, нюхают углы. В седьмом этаже живут какие-то садовники. У них здесь вход в рай, но они меня не пускают. Это потому что я на котика орал. Восьмой этаж. А-а-а. Вот что значит дышащее постельное белье. Ладно, пойду я отсюда. Слишком эротично это делаешь, соблазняешь. А это будет, похоже, апартаменты фотографа. Ля, фотки хорошие делают, смотри. Композиция, интересно, все красиво. Молодец. И музыка у него задорная. Я понял. Я понял. А куда мне тогда? Не дай себя сфотать. А как я не дам себя сфотать, если он везде? Ага. Давай так, музыка закончилась, конкурсы закончились. Сваливай с проходов. Опять он там в позе макаки безумно висит. А, так это дверь там должна быть. Ладно, здесь все забрали. Какого? Какого? Меня зафотали до смерти. Капец. Вашу квартиру я проверял? С облегчением. Тут покакали. Так вот, где живет человек, который какает ключом. Вы любите смотреть за людьми в туалете? Правильно понимаю? Про толпу дебилов что-нибудь написано было? Слышите, отряд веселых тампонов, вы помогать собираетесь? Шестой этаж. Кто тут у нас? Пожалуйста, будьте тише, моя мама очень больна. Тут живет тетя Уха.
Привет, я буду вести себя тихо, обещаю. Да я просто дышал! Сука, в самом низу! Эй, я специально закрывал двери, чтобы кот не пришел. Вы что творите? Она не видит, правильно? У нее же нет глаз, у нее есть ухо. Да как ты ус... Какое глазастое ухо, посмотрите-ка. Она сейчас треснет, по-моему. О май гад, yes! Я прошел это место. Она хранит ключ в холодильнике. Твою ж мать, на меня орет ухо. Чем? Самое главное. Эй, опять на шестой этаж подниматься. Юу, день ног, не пропускаем. Меня гнобят уши, коты. Больше пока никто, спасибо. Дай мне обшмонать твою комнату. Я обыграл это ухо. У нее в комнате фотик этого фотографа. Так, так, так. Пошла на бабка, вау! Опа! Так, и что у нас на восьмом этаже? Подожди, это то, что я думаю? 11-й. А, нет, я еще на 9-м не был. Я не все посмотрел. Мне остался 9-й и... И заново подниматься! Вот он, последний. Ой, какие вы миленькие, а можно... Я передумал, ты слишком довольная. У вас, по-моему, мейк потек. Меня затанцевали на первый этаж снова, что ли, балерины? А можно лифт какой-нибудь? У них здесь счастье на 9-м этаже. Танцы и радость, смотрите. О, целовашка. Минуточку. Как с тобой быть? Не игнорьте его. Как бы сложно игнорить такой рот. Я тебя не игнорю, хватит меня вертеть. Лучше бы убивали, я не знаю. С балеринами потанцевал, на каруселях порадовался. Спасибо, до свидания. Меня рот вертел, мне не понравилось. Хороший... Дом, батя, спасибо за подарок. Чего? А, здесь нужен какой-то... Монетка нужна, ну конечно. А монетка в цирке. Мы можем как-то договориться? Я тебя, это, ну а ты мне деньги. Как же ты похож на Аблину из монстров, я прям не могу. Мне нужно просто, это, ну а ты мне деньги. Как же ты похож на Аблину из монстров, я прям не могу. Мне нужно просто смотреть на тебя, идти задом и как-то жопой нащупать монетку. Класс. Стоять. Стоять, я сказал, я смотрю на тебя. Давай, Деню. Ну-ка, стоп. У меня есть монеточка. Все, спасибо за деньги. Так, мы договоримся на том, что ты не выйдешь отсюда. Я ненавижу кот. Сраный кот, бесячий. Неприятно. Еще и по всем этажам ходит, падла. А вы говорили, не справлюсь. Что нам нужно, поиграть в автомат теперь? Собрались все поздравить меня? Или это клуб любителей подниматься по лестницам? Очевидно, никто не пришел. У меня даже стул посередине. Ура! Фильм в честь меня! Моя мама ушла от него. Мужчина-семенин, она не хотела, чтобы он был сломлен. Он подарил ей это здание на деньги с проданных книг. Я жил там с матерью. Никто не знал, кто мы не должны были существовать. Моя мама старалась спрятать мое имя от мира. Кто там топает? Когда мне было 18, я работал в Белли Хоп отеле, но меня выгнали за то, что я заигрывал с танцовщицами. После этого я пытался рисовать мультики, но они никому были не нужны, потому что они оказались депрессивными. Потом я пытался быть фотографом, но сделать семейные портреты слишком больно для меня. Мне пришлось жить как человек из этого мира. Ради отца, ради матери, ради их жалкой любви. Я призрак 11 этажа. Теперь, когда их нет, я думаю, твоя очередь изменить жизнь. Что нужно ребенку? А, я выбираю. Ну, одежда. Ты знаешь эту женщину? Да. Я такой, здание или сиськи? Сиськи. Да, твоя мамка, я видел. Ну, это я также пришел сюда. Чтоб это я там сижу. Ого, прикиньте, вас и тут, и там показывают. Прям как в Простокваш. Короче, сидел в автомате, а мне с шею свернули. Ну и все, пойду домой. Кто теперь я вообще? За кого играю? Это, кстати, концовка. На первом шкафу прописали мужчину, второй заселили девчата тусилы, на третьем три друга, в четвертом шкаф мылся, на пятом кот мерзкий с рисунка свалился, шестой там, где фото чел поселился, седьмой пока ухо все слышит прекрасно, восьмой это выше, там безопасно, девятый этаж, кружат балерины, и чел заражет все мандарин, а где десятый? Кстати, да. Где десятый этаж? Magic.
Да, ну. Ей станет 11 этажей, если 10-го не будет, да? Спасибо за просмотр. Да, здорово.